Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. 40-летие микрорайона «Северный» местные жители отметили праздничным шествием. В нем приняли участие более 1000 человек, которые прошлись от улиц Красной Звезды по Федора Гладкова, Липатова до улицы Шилова. За последние, скажем так, 10 лет того, в каком состоянии находился микрорайон, видят реальные изменения, как строятся новые дома, строятся... Вот, построена поликлиника, построен новый детский сад, то есть микрорайон развивается, создаются условия для людей, тротуары, во дворах облагораживаются территории, то есть много чего сделано уже. Общественники, представители организации, школьники и малыши шли по улице микрорайона, размахивая руками и приветствуя прохожих. Наши байкеры приняли участие в этом праздничном шествии. У нас очень большой микрорайон, живут очень хорошие, дружные люди. И мы все, собственно, радуемся тому, что нашему микрорайону уже 40 лет. Безусловно, на протяжении этих 40 лет микрорайон развивается, становится все больше и больше. Появляются новые дома, строятся новые детские сады. И, в общем-то, все у нас замечательно. Хотелось бы отметить, что на протяжении этого возраста микрорайон не становится хуже. Жители собственными усилиями Совета общественности сохраняют лес. И у нас очень хорошая лесопарковая зона, что отличает наш микрорайон от ряда других. Жителям нравится их микрорайон. Они рады зеленым паркам, высоким соснам, строящимся домам, развивающейся инфраструктуре. За пару десятилетий Северный развился и превратился в уютный спальный район города, в котором можно спокойно жить и растить своих детей. Тут очень много, красивая очень природа, вон деревья очень красивые. Шествие, конечно, я думаю, это правильно. С днем рождения, Северный! Испытывая гордость за микрорайон, в свой маленький юбилей жители Северного поздравляли друг друга с праздником и желали процветания своему району. Надеемся, что еще долгие-долгие годы Северный останется таким же, какой он есть, и все у нас будет замечательно. Шествие завершилось праздничным концертом. Такое мероприятие было первым для Северного, но в будущем жители микрорайона планируют его сделать традиционным. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.